Ура, теперь пыли будет меньше, мы это сделали. Тебе есть что рассказать? Какой состав раствора? Какой обычно для стяжки заливается? Цемент, песок. Ну и добавляю, специальная присадка есть, ну чтобы так быстро не оседало. Раствор. Чтобы он более эластичный был. Вот, как бы так. Вот я сначала вчера залил, сегодня пока она свежая, схватилась, ну, можно было уже ходить. Вот. И сегодня вот взял, вот так вот задер ее ровненько. Где надо, там какие-то ямки подлатал. Вот, и теперь у нас идеально ровненький пол. Этот кусочек только что? Ну, этот кусочек, это я вчера оставлял, потому что мне же надо было как-то вылезти отсюда. Как вчера моя любимая супруга сказала, ну а что ты, говорит, ну возьми, выйди отсюда, зачем ты будешь через окно лазить? Я говорю, окно кто домовой будет закрывать? Я наоборот сказала, через окно лезай. Нет. А ты говоришь, я буду через этот угол, потому что мне надо окно закрыть. Абсолютно верно. Так что не вводи людей в заблуждение. Ну, сам факт. Вот поэтому этот угол оставили, чтобы мне можно было подойти к нему, закрыть окно. Вот сегодня как бы вот так вот. Вот так вот. Вот так вот прошел день очередной. Сейчас жду чуть-чуть, она схватится, я немножечко ее затру. Вот. И все. И будем ждать полного высыхания. Полное высыхание наступит где-то в районе 20 дней. Будет полностью высыхать. То есть 20 дней сюда нельзя заходить? Нет, заходить-то можно, но я имею в виду, полностью вот она схватится, раствор, вот этот бетон, он схватится только через 20 дней. Угу. То есть вот, возьмет свою полную силу. Понятно. У нас время есть. Мы можем и подождать. Нам спешить некуда. Вот. Как бы так. Ходить-то можно по нему. Ходить по нему можно будет уже и завтра. Я даже сегодня, видите, ходил по нему. Угу. Ладно. Ну а пока. Всем пока. До новых встреч.